В закрытом военном городе Краснознаменск, более известном как «Объект 413», прошел симпозиум молодых специалистов, в центре внимания которых оказалась одна из частей ЭВМ, а именно клавиатура. Напомним, что история клавиатуры восходит к 1874 году, когда появилась печатная машинка. И только через 100 лет клавиатура приобрела образ, знакомый теперь каждому продвинутому юзеру, в том числе Антону Войцеховскому. Верно подмечено, старушка. 60 клавиатур, 2 дюжины мышек и около сотни участников. Все, что нужно для хорошего чемпионата. В нем 3 вида соревнований. Кто дальше швырнет, пнет и метнет. В качестве спортивного снаряда компьютерная клавиатура. Приносится с собой, разбивается на месте. Правила абсолютно непонятные на трезвую голову и кристально ясные после 2 бутылок пива. Мне и пайски кинули сообщение, ссылку я посмотрел, там где-то финны мобильники кидали. Мобильники для нас дорого кидать. Мы решили найти альтернативу. Нашли альтернативу, будем кидать клавиатуры. Половина клавиатуры уже разломана. Остальные активно доводят до ума. Разбить клавиатуру перед соревнованием значит выполнить условия чемпионата. Настоящий спортсмен и настоящий компьютерщик свое оборудование не должен жалеть. В обычной жизни обычно они печатают, но люди бывают нервные, они могут сильно печатать. Разлят, тогда что-то не получается. Люди у нас как бы... Когда они стоят ногой до клавиатуры. Чаще всего, конечно, ее чем-нибудь заливают. В большинстве случаев как бы потом сушат, моют и используют вторично, так сказать. Да. Но, к сожалению, мы относимся к клавиатуре как к более одноразовому так, прибору. Поэтому мы их используем в качестве снарядов. Клавиатуры швыряют по очереди, одной рукой, без поворота корпуса. Официальный рекорд чемпионата – 12 метров. Кто-то метнул еще дальше, но снаряд угодил в толпу. Результат тут же аннулировали. Спортсмен расстроен, как-никак неделю тренировался. Я снял всю клавиатуру с компьютера. Я сейчас вступаю немножко в другой, более тяжелый, модифицированный. И легенькую клавиатуру кидал в коридоре. Поставил кресло и кидал в нее. Специальная часть соревнований – пинание мышек. Негласный девиз – чтобы пнуть хорошо, надо пнуть с чувством. Пинают в основном собственные мышки. Удар получается сильнее, нога уверенно находит цель. Судьи предупреждают, это последний этап чемпионата. Если пнул на 3 метра, попадаешь в финал. Победитель получает у нас, как ни странно, клавиатуру, мышку. Там карточки на интернет, это порядка что-то 3 штук. Победителя так и не нашли. Все цифры перепутались, в списках полная неразбериха. 4 часа веселья и один вывод. Такое надо проводить регулярно. Главный итог первого чемпионата по метанию клавиатуры – швырять и пинать будут и в следующем году. Скорее всего, на международном уровне.